Привет, друзья! Утром 30 марта, на 6-м километре малого обхода Красноярска возле Ермолаевского моста произошло крупное ДТП, столкнулись МАЗ, легковой автомобиль Мазда и минивен. Удар был такой силы, что фура вылетела с дороги в поле на 50 метров. Легковые автомобили превратились в груды железа. По предварительным данным, погибли 3 человека, есть еще пострадавшие, в том числе несовершеннолетние. Число участников аварии и обстоятельства столкновения уточняются. По указанию начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю, на место происшествия также выехали руководители Главного следственного управления и Управления ГИБДД краевой полиции. Берегите себя и своих родных. Не забудь подписаться, чтобы быть в курсе новостей.